Ses filets. Regardez, regardez le visage juvénile de Taylor Adams. Il va laisser sa place peut-être d'ailleurs, lui qui a été aligné d'emblée au coup d'envoi. Il y a pas mal de jeunes hein, d'ailleurs pour pallier justement Il va sortir. 21-26 минут. На позиции правого защитника. Из-под него забит второй мяч. Очевидно, не понравилось. И вот, пожалуйста, третий. Третий приходится доставать Асмиру Беговичу. Нью-Йорк Ред Буллс громит Челси. Джесс Марш чувствует себя героем, а это Дэвис, полузащитник и воспитанник клуба. Дэвис забивает снова из центра штрафной площади. Ну как тут винить Асмира Беговича? Неразбериха и беспорядок в защите Челси. Опытные футболисты играют пятками, там, позволяя мячу летать. Челси s-a gândit probabil la luna cadourilor. Minge pentru Eden Hazard, gol, revine imediat Chelsea în meci. Cred că nici 100 de secunde n-au fost. Eden Hazard face 3-2 minutul 74. Cu execuție din marginea cărui vedem și suporterii lui Chelsea care își revin un pic din loviturile halucinate încasate. Mourinho încă
Bumos a ieșit din starea de consternare pe banca de rezerve. De acolo nu putea ierta. Eden Hazard a preluat și a plasat perfect. А вот и четвертый. Это снова Дэвис. Автор дубля сегодня. Шон Дэвис пробивает Асмира Беговича в ближнем углу. И, знаете, все-таки при всех скидках на товарищеский характер и несерьезность отношения, ну, Асмир Бегович просто уничтожен как вратарь Челси буквально в первой же игре. Все-таки, ну, это ближний угол. Здесь вратарь должен хоть как-нибудь, хоть чем-нибудь отбивать. Ну, тяжелый удар, не со своими сложностями. Мяч вылетал из-под ноги защитника, немножко скрыт был от голкипера. И тем не менее, тем не менее.